Республиканская молодежная организация «Ассамблея Жастары» налаживает сотрудничество с ЮНЕСКО. Делегация из Казахстана побывала в штаб-квартире международной организации в Париже, обсудила там возможности партнерства в сфере науки, культуры и образования. «Ассамблея Жастары» намерена присоединиться в будущем к международному молодежному сообществу ЮНЕСКО с тем, чтобы стать национальной платформой для глобальных проектов. Такое сотрудничество расширит доступ для нашей молодежи к международным гуманитарным инициативам под эгидой ООН. Мы ставим важную задачу, чтобы наше сотрудничество с такими глобальными организациями, оно носило в первую очередь прикладной характер для казахстанской молодежи, чтобы как можно больше представителей нашего молодежного сообщества нашей страны, Казахстана, могли быть интегрированы, могли быть вовлечены в реализацию научных, образовательных, культурных проектов ЮНЕСКО. То есть для нас основная задача это и заключается именно в том, чтобы расширить базу возможностей для казахстанской молодежи участия в международных проектах.